Всем привет, дорогие мои. Поехала в гости. Спускаюсь, лифт так и не работает. 4 число сегодня. Обещали 2-3 сделать. А походу не сделают до конца праздников. Накурено опять на 7 этаже. Прямо дышать нечем. Все в хату к нам несет. Невозможно. Прямо каждую минуту, мне кажется, она курит. Не успевает у нас выветриваться. Настигнет Божья кара. Настигнет Божья кара. Это моя слеза даром на землю не пойдет, как я всегда говорю. Курилка чертова. На улице 21 градус у нас. Буквально на днях было 32. Сейчас немножко температура сдобрилась, скажем так. Господи, где пройти? Обойти. Тут машина, там машина, тут завалена. О, блин, не пугай, пердишь, стоишь, чуть в обморок не упала. Поехала в гости Галке. Ой, блин, скользко. Неохота никуда, ребята, если честно сказать. Никуда ехать неохота. Я и так уже ее, скажем так, не то чтобы обманывала. Она вот меня все приглашает, приглашает, приглашает. Я вроде с вечера, ну не знаю, завтра позвоню, да? Утром звоню, не, Галя, не поеду, не хочу. Не поеду, не хочу. Вот, и она опять, мне уже неудобно просто с вечера. Вчера опять болтали с ней больше часа. Ну что, когда увидимся-то? Новый год, уж что, до Нового года не виделись и сейчас. Вот. Приезжай. Ладно, давай завтра приеду. Встала сегодня, ну, неохота никуда. Такая домоседка, наседка стала. Вообще ничего не хочу. Слушайте, мне жарко, я в капюшоне. Я навздевалась, как капуста. Не захотела шубу надевать. Надела куртку и подела жилетку теплую. Не захотела. Ветра нет, нормально. Я иду без варежек. Ветра нет, нормально. Но скользко. Все опять утоптано, притоптано. Мороз-то был. Блин, трындец, карагандец. Надо аккуратней. Все вытоптано. В общем, короче, поехала. Буду девку больше обманывать. Доедут на дом автобусе ехать. Ну, не близко, конечно, в тот район, где раньше девчонки жили. Дочка с внучкой. Хорошо на улочке, деревья такие красивые стоят. Опять такие все, вот не видно, да, из окна бы показать надо было. Опять такие все белесые, все опять вон видно, да, на солнышке. Какие красивячие, прям все вон, опять. Красивые такие, как это, сказки Морозко. Дедушка Мороз бегал посохом, морозил. Непорядок. Давай, убавляйся. Ой. Народу никого на улице. Ни людей, ни лошадей. Сидят все по домам, еще праздники. Меня леший понес. Когда лифт, ребята, сделают, а никому дела нет, блин. Обещали. Что обещали? Никто ничего не обещал. Она позвонила. Сказали, 2-3, кто будет праздники делать? Что там сгорело, что там полетело? Главное, во всем доме работают, во всех подъездах, кроме нашего. Блин, все, ребята, выключаюсь, скользко не упасть. Еду в автобусе. Солнце такое на улице вообще. Минус 26 уже. Леший меня понес. Обалдеть. Усё, приехала. Вот наш кинокомплекс Русь. ШД-поликлиника. 100 лет не была я в этом районе. Иду сейчас, зайду в Магнит. 26 градусов на улице, ребята. Леший меня понес. Вот не сидится дома, да? Собаку, говорят, хозяин хороший на улицу не выгонит в такую погоду. А меня вот Палыч выгнал.
Я тут времени это было еще рано, я встала так уже, как бы, ну, практически собралась. Потом прилягу еще, чего разлеглась-то? Одевайся, да иди. А ты гонишь-то что меня из дому? Бабья, наверное, наведет. Старый перец. Одевайся, да иди, сказал бы. Не ходи, Ленушка, никуда. Лежи, голубушка, дома в тепле, на кроваточке. Поляживай, потолок поплевывай. Нет, иди, говорит. Вот так вот, ребята. Ой, боже ты мой. Да, чувствуется морозенько, холодненько. Что-то народу-то прет. При входе едва зашла, или погреться все идут, или сожрали все, что на за выходные наготовили на Новый год, наверное. Уплели все салат. Нет, тут немного, а при входе такая пробка аж создалась. Все, наверное, съели оливье. Пришли еще что-нибудь купить. Так, что взять? К чаю что-нибудь, наверное, возьму. Еды, наверное, с Нового года полно. Спросила, говорю, что надо? Ничего не надо, все ездить. Надо все равно что-то купить. Тортик сейчас, наверное, возьму. Какой-нибудь. Иду. Дую. Здрасте. Здрасте. Шо, говорю, Галя, не открываете? Ты что? Так подожди, у меня руки заняты. Руки заняты. Я не снимаю тебя? Не снимаю, я уж вижу, что вы голенькая. Голенько ходите. Я тебя не снимаю. Буду переодеваться. Ага, Галя, верхнюю забыла. Верхнюю. Ой. Еду обратно домой. Надо бы в Валберис зайти, не успеваю. 9 минут до закрытия, не успею доехать. Там подарок от Юли на Новый год лежит уже. О-о-о, еще до Нового года пришел уже, наверное. Лежит. Ну, неделю-то больше уже, наверное, лежит. Не успею заскочить. Ну, ладно, попозже схожу. Потеплело немножко на улице, 19 градусов. Толик у Галки пришел, говорит, ветер, холодно, но он пришел где-то в 6 часов в начале, в 5 в начале 6-го. Говорит, ну, температура, говорит, небольшая, но ветер. Я сейчас вот поехала в 8. 19 градусов, но ветра нет, очень хорошо. Прямо отлично. Сумочка у меня стоит на поручни. На ручке держаться. Галка подарила нам Новый год мочалки. Сама вяжет. Приеду домой, покажу. Красивые такие пушистые мочалки. Будем с Палычем мыться новыми мочалками. Все, приехала. Иду, отдуваюсь, ребята. Объелась у Галки, как бобик. Объелась и пилась. Господи, ужас какой. О! Скользко. О! Тяжела и неказиста. А что такое рассыпано? Золото, бриллианты. Хлопушки хлопали, так все рассыпано. Лежит. Всяких. Боже мой. Желтых, синих. Блестячек, блестючек. Тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Нельзя так обидаться. Вот сидели, что-то все разговаривали, что-то все ели. Господи, боже мой. Что вы, девочки, ругаетесь, идете? Девочки, скользковато немножко идти. Еще вот раскатывают такие матрешки. Дорожки. Так хорошо на улице вообще. Красота просто. Просто красота. О, Галка подарила нам мочалки.
Галка подарила нам мочалку. Вот такие вот красивые. Сама она вяжет. Хорошие, широкие, мягонькие. Палыч будем шоркать друг друга мочалками. Интересненькие такие.